Рука. А я на узкой район. Идите за помощью. Я могу заплатить вам сколько хотите. Сколько хотите, только пожалуйста, идите немедленно. Пожалуйста. Я только что говорил с сеньором Бруно. Что он сказал? Он вернется ночью и все в порядке. Мама, а где Бруно? Почему не выжил на похороны? Мария Хосе, может, поднимешься и поспишь? Ты выглядишь очень уставшей, дочка. Да, спасибо. Эзекиэль, пожалуйста, проводи. Иди с ней, Паула. Позже я поговорю с вами. Да, сеньора. Сколько времени? Около 9 часов. Где мои часы? Все в порядке, можешь оставить их себе. Нет, нет. Я спрятал их, потому что кто-нибудь мог прийти и украсть их. Когда вернется твой племянник? Если он поймает машину, то скоро. А если с Красного Креста приедут сразу же, то где-то в 9 часам. Алехандро был миллионером. Почему он тебе ничего не сказал? Не знаю. Возможно, он боялся, что я выйду замуж по расчету.